принципе, Донской собственной персоной, как я вам и обещал, я вам его показал. Вот и меняется, что-то переносят, что-то новое строят, что-то наоборот рушат. Ну, в нашем случае это вот преобразился немного центральный вид Буденовки. Ну а так вот рынки до сих пор здесь остались. Их никто никуда не дел. Да, я думаю, и не денет. Вот. Ну сейчас мы вдоль трамвайных путей поедем. Заедем мы часть, покажу вам Щетинина. Потом повернем направо через Амстор, выйдем мы на Донской. Также выйду, покажу вам, как выглядит тот район весь. Ждем светофора и едем. Все, можно ехать. По правую сторону сейчас мы будем проезжать детский садик. Красивый. Он уже построен, я не помню сколько лет, но за ним следят и ухаживают. Вот он. Ну, через забор не видно, но. Называется он Радуга. Конечно, здесь дороги немного похуже, чем в центре города. Опять же, центр есть центр. Пропускают. Восемнадцатая маршрутка. Здесь вот по правую сторону, кстати, убирают. Кучки сделали с мусором. Скорее всего, что скоро приедут забирать его. Ну вот. Вам. И Буденовка. За чистотой тоже следят. Конечно, в Донецке у нас понаставляли этих лежачих полицейских. В принципе, это правильно, но для подвески это совсем неправильно. Конечно, если по-медленному их переезжать, то ничего страшного. А если бываешь, прозеваешь, то, конечно, ощущается сильно. Ну, в основном это правильно делают, чтобы особо сильно не разгонялись. Вот на Мариупольской развилки поставили, потому что там все любят попритапливать, когда поднимаются наверх в сторону ОЦКБ. А так сейчас там светофор, особо и не разгонишься. И плюс еще в начале лежачие полицейские поставили. Как бы здесь вот за последние лет 5 я вот по наблюдениям смотрю, ничего здесь особо не поменялось. Да, что тут может поменяться, если нечего здесь пока строить вдоль этой дороги. Да и пока мало у нас занимаются строительством. Ну, в связи с определенными причинами, которые уже происходят не один год. Ну ладно, не будем о плохом. Едем, потихонечку едем. Кстати, друзья, пока вы смотрите, пишите в комментарии, что бы вы еще хотели увидеть. Может быть, какие-то интересные влоги
хотелось бы увидеть на моем канале. Вот также пишите свою реакцию под этим роликом. Сейчас мы переезжаем улицу Буденновских партизан. Ну, здесь тоже заправка ГАЗ-22, только бензина и ДТ нет чего-то. Может, кончился. Ну, хотя сейчас проблема с горючкой отпала. Это было у нас время, когда совсем все было плохо. Где-то около месяца или полтора наблюдались проблемы с поставками топлива. И люди мучались, так сказать. Покупали бензин по 60, по 70 рублей за литр. Но наши люди могут зарабатывать на чем хочешь. Так, ну мы едем в сторону Щетинина. Проедем сейчас мой рынок. Ну, сейчас опять же 12 часов. Во-первых, все на работе. Будний день. На выходных в основном люди покупают все. Как и в других любых городах. В центре города трамваи покрасивее, а на окраине, ну, еще старого образца, со времен, наверное, Советского Союза. Кстати, популярные у нас магазины «Конфискат». Я ходил, покупал себе две футболки. Одна футболка 300 рублей стоит. Ну, футболка обычная, нормальная. У нас здесь суперкрутых магазинов в Донецке нет. Да и в них никто покупать не будет ничего. Поэтому как-то так. Сейчас мы там на заправке на разворот пойдем. Проедем мы вот эти все спальные. Девятиэтажки. Здесь большое количество домов. Ну, сопоставимо как на текстильщике. Если в левую сторону от рынка, там есть такой дом, называется «Китайская стена», то там тоже. Но мне кажется, на Пролетарке и Буденновке больше все-таки людей живет, чем на текстильщике. Ну вот сам микрорайон Щетинина. Он у нас начинается, ну, приблизительно в этих местах. Ну и плавно будем двигаться в сторону Донского. Очень много зелени. Не буду много зацикливаться на этом, но не в любом городе столько насаждений вы встретите. Я думаю, разницу вы можете сравнить с вашим городом. Кстати, пишите. Много людей меня смотрят с России, с Белоруссии. Напишите свою реакцию по поводу зелени в вашем городе. Поворачиваем мы направо. У нас по левую сторону Амстор будет. Он, к сожалению, не работает. Вся сеть магазинов Амстор позакрывалась. У нас, кстати, в Донецке, я вот заметил, начали открываться магазины «Геркулес молоко». Тоже сделаны они по-цивильному, то есть покупай продукты, а потом уже оплачивай на кассе. Ну, не так, как на рынках. Вот.
Здесь у нас 11 маршрут ходит. Наверное, на заправку поехал. Так, здесь мы поворачиваем налево. Здесь автостанция у нас. Вот пешеходный переход не нарисован. Ну, проехали мы автостанцию Щетинина. И по левую сторону у нас еще ледовая арена под названием Алмаз. Здесь дети занимаются хоккеем, на коньках катаются. Короче, спортсмены по-простому. Ну и плавно будем доезжать до Донского. Опять же, здесь разметка уже есть. Вот так выглядит микрорайон Донской. Красивая церковь у нас на фоне многоэтажек. Ну и сам Донской собственной персоной. У вас на экранах. Сейчас мы налево повернем. Проедем это все дело, и я вам выйду, покажу немного окрестности Донского. Здесь ребята недавно вот новый асфальт сделали. Здесь были ямки такие, ну а сейчас их нет. Так, ну это здесь мы заедем в гипермаркет «Караван». И немножко сейчас я вам выйду, покажу. А то уже в машине за целый день наездился. Надо хоть выйти немного постоять на улице. Так, друзья, ну вот, в принципе, Донской собственной персоной, как я вам и обещал, я вам его показал. Ребята, спасибо, что просмотрели этот ролик. Мне приятно, что вы проявляете активность на канале. Как всегда, с вас пальцы вверх, комменты. С вами на канале был Виконста. Пока-пока.